В общем, так, купили мы фотоаппарат Nikon Z6 двоечка и объектив Nikkor Z24 70 мм 4 диафрагма. Nikkor. Так он оформлен. Упаковка оформлена. И фотоаппарат Nikon Z6 II. Тоже оформление простенькое, черная коробка, внизу напыление оранжевым таким зеленым оттенком. Ну что, посмотрим сейчас объектив распаковать. Открываем объективчик, упаковку. Это я так думаю, что тут мешочек упакованный. Буду отдельно складывать. Ну, пускай вот здесь лежит мануал. Книжечка, вот так сложенный большой лист. Ну, не будем распаковывать, потому что он огромный. Простыня, целая простыня. Сегодня 5 октября, 5 желтня по-украински. Вот. Мы поехали в Киев на Харьковский массив и в магазине, интернет-магазине Фотомост приобрели объектив и фотоаппарат. Сейчас мы объектив распаковываем. Ну, давайте я вам что тут. Так, тут запаковано конкретно. Надо разрывать, разрезать. Все, это блинда. Запаковано полностью. А нет, не заклеено. Блинда вот такая. Таиланд 24-70, диаметр 72, фильтр HB 85, Made in Thailand, Nikon. Так, и далее достаем объектив. Так, коробочку убираем. Давайте в коробочку ставим. Содержимое. Надо аккуратно туда. Так, ложу. Пузырьки, кулечек с пузырьками. А, вот тут. Из-за камеры не видно. Там-тарарам. Там-тарарам.
пускай все тут лежит. Вот он, красавец. Новый объективчик. 24-70 4S. Автофокус. Включение-выключение. Лейбочка Nikkor S. И тут маркировка. Диаметр. Все остальное. Производитель и номер продукта. 204-35-56-7. Так. Диаметр фильтра 72. Nikkor. Тут в магазине я не мог эту крышечку снять. Так туго было. Продавец раз, два и снял. Сильно зажимать не надо. Давайте пока закроем. Положим коробочку. Теперь следующий продукт. Самый главный. Все оно главное. Тоже дополнительно. Объективы бывают разные. Так. Вот мануал. Книжечка тоненькая, правда. Все, кратко. Описание кратко. На английском языке. Ну, в принципе, там все понятно. То, что мы не первый год пользуемся. Так, в сторону ложим. Давайте набить. Открываем. Ну, давайте с аксессуаров. Ремешок. Красавец. Раньше был какой-то оранжевый. Сейчас простенький. Две желтые полосочки. На косую. Так, это зарядная устройство. ММ-25А. Джапан. Для аккумуляторной батареи зарядное устройство. Так. Это кабель. Type-C, USB, 3.1, наверное, я так думаю. Ну, я думаю, Type-C может скоростное. Хороший толстый кабель. Далее у нас идет, ну, это провод питания к зарядному устройству. Смотрим. Вот такое оно все. Ну, подключается сюда к зарядному устройству. Есть. Будем заряжать аккумулятор. Это наш фотоаппарат поддержка. Подключаем аксессуары, проводы, чтобы они Type-C, USB не выпадало.
там не только такси. Другие для ухода кобыла. Так. Ну что, добрались. А, еще вот аккумулятор. Важно тоже. Аккумулятор. Nikon EN EL15C. Предыдущие у нас были B15B. Но продавец говорит, что они не подходят. В интернете, в YouTube говорят, что подходит. Единственное, что старые аккумуляторы, что они предыдущих версий, что они не будут заряжаться от пауэрбанка, если. Ну, это я не знаю. Вот такое. Мы поставим на зарядочку. То, что аккумуляторы продаются разряженные. Ну, полностью не включается даже этот аппарат. Так, вставляется, как обычно. И в розетку включается питание. Сейчас мы включим. Пускай заряжается. Пока мы будем делать распаковку. Вот так идет зарядка. Лампочка мигает. Пускай заряжается. А теперь самое главное, добрались до фотоаппарата. Конвертик такой. Вот, пожалуйста. Мы видим, вот такой у нас фотоаппарат. Временная пленочка заводская. Отсек для аккумуляторной батареи также должен как открывается. А вверх немножко так. Раз. Так, раз. Вот слот для карты памяти. SD и второй там скоростной. Дорогой. Джойстик. Кнопки перенесены уже на правую сторону. То, что 780 с левой стороны были. И здесь вот это подключение. Подключение аксессуару Type-C, HDMI. Ну и тут для пульта. Так, есть. И тут для наушников заглушки стоят. Наушников внизу микрофона. Так, нам надо глянуть, кто производитель. Так, производитель мы сейчас глянем. Производитель Таиланд.
номер продукта и все остальное. Вот так. Вот и вся распаковка. Мы сейчас подсоединим объективчик. Достаем объектив. Так, аккуратненько вложим, чтобы пыль туда не попала. Снимаем крышку. Тут тоже надо быть аккуратным, то что тут внутри матрица, чтобы пыль не попала. Чистенькая матрица. Надеваем объективчик. Снимаем крышечку. Вот такой у нас фотоаппарат. Можно блинду одеть. Он куда-то положил блинду. Так, надо это все сложить. Ремешок мы потом оденем. Смотрим, где блинда. Вот я нашел блинду. Вот два, две точечки. И все. Тут есть фиксация объектива, чтобы он никуда не выпадал при транспортировке. Это зумирование. Это фокусировка ручная. Легенько, очень плавно ходит. И отсек для аккумулятора. Ну, мы сейчас попробуем. Может, уже зарядил свой аккумулятор. Так, ставим аккумулятор внизу. И включаем фотоаппарат. Так, уже две полоски есть. Включаем мониторчик. Ну, какой тут меню. Язык уже тут установлен. Вот тут всякие настройки. Так, а ну включаем видео. Так, тут надо крышечку. А, снял и крышечку. Что мы видим? Пока плохо видим. Яркость слабенькая. Угу. Там нет карты памяти, она что-то предупреждает. Вот так, когда на замок я ставлю объективчик, вот фиксирующий, оно на экране выскакивает вот такое окно. Перед началом фотосъемки поверните кольцо зумирования для удлинения объектива. Раз и пропадает. Ну, это я вам показал. Надо еще заряжать аккумулятор, что он еще не заряжен. Показал распаковочку.
Пока на автомат поставим. Где она тут? Вот здесь. Кнопочку нужно нажимать. Медоискатель там не видно. Ну, я думаю, на этом все. Будем дальше этим хорошим современным фотоаппаратом работать, снимать видео, фото. И с вами всеми делиться своей работой. И работой данной камеры, данным объективом. 24-74S. Так. На этом все. Всем пока-пока. До следующих встреч. И да, еще забыл вам показать. Вот у меня запасной аккумулятор остался от моей камеры. Nikon D780. Видите? B15. А в новую 15C. Вот. 15C. Ну, мы попробуем 15B установить на Nikon Z6 II. Двухпроцессорный. И смотрим, включаем. Говорят, что не будет работать. Будет ошибка какая-то. Видите? Все работает. Яркость хорошая. Все работает. Так что посмотрим еще во время работы, как он себя покажет. Я думаю, что они взаимозаменяемы. То, что ребята там рассказывали в интернете, в YouTube, что вроде бы все работает у них. Мы попробуем, мы уже сами увидели своими глазами, что все работает. Аккумулятор совместим. Ну вот и все. Так, еще я вам покажу. Так, все, забывай показать. Вот ремешок. Такой родной ремешок. Nikon Z. Так, Z6 II. И гарантийный лист на двух листах. Так, и вот такой у нас пробег на новый фотоаппарат. Мы уже сделали 8 снимков. Так что кто-то говорит, что тут счетчиков нет. Вот вы видите, что все есть. Счетчик есть. На Nikon Z6 II. Вот, все четко. Вот. Потому что говорили, типа, что там только на механические затворы. А тут электронный затвор. Он не так изнашивается, как механический. Ну, практически не изнашивается. Тут механических частей нет. Деталей.